скажи, а что за проект, когда в поликлинике очереди нет? Всем уж давно известно, друзья, это поликлиника «Бережливая». Этот речитатив хорошо знаком всем, кто собрался в зале Центра здоровья и досуга. Летом он звучал на всех праздниках двора. Их посвятили реализации проектов госкорпорации «Росатом». Во многом это стало возможным благодаря тому, что общественный совет госкорпорации поддержал грантом проект «Атомная команда в моем дворе». В 2021-м в конкурсе главы города «Мой дом, мой двор» участвовали жители 105 многоэтажек. Многие уже не первый год занимаются благоустройством придомовых территорий и останавливаться на достигнутом не собираются. 8 лет уже в этой программе. Очень мне нравится эта программа, вообще в люди выводит, и идешь к людям, и разговариваешь, и много знакомых. Ну, в общем, мне очень-очень нравится. Программа хорошая, молодцы, хорошо все. Да. Ну и во дворе немножечко людей прошу, помогаю. Двор становится хорошим, лучше, чем был. Мы насажали цветов, но сейчас у нас ничего нет, у нас идет капитальный ремонт дома. У нас дом самый красивый. У нас задумки есть, но у нас нет земли. Нам пообещали завести землю. Когда будет земля, мы будем сажать все заново около подъездов. За лето во дворах Заречного было проведено 12 праздников. И, по мнению участников, это были масштабные мероприятия. Во дворах работали различные площадки – творческие, спортивные, интеллектуальные. В концертные программы, как правило, входили лучшие номера творческих коллективов города. И такие праздники горожане действительно заслужили. С каждым годом дворы Заречного преображаются. Яркие клумбы, ухоженные газоны появились во всех уголках города благодаря его жителям. 12 лет назад в Заречном стартовал конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор». И каждый год горожане удивляют организаторов результатами своего труда – яркими цветниками. Даже, наверное, уже это не конкурс, а это движение наших активных жителей, движение за наш красивый город, за то, чтобы сделать его еще более красивым, еще более хорошим, удобным, приятным, город, в котором действительно хочется жить. В этом году мы вышли с вами из своих дворов, мы вышли с вами в город. И вот тут пусть пока маленький, но уже достаточно хороший опыт. Некоторые из вас поучаствовали в благоустройстве 3 клумб в нашем центральном парке. Вот недавно ходил, посмотрел, что из этого получилось. Я скажу, что это очень здорово. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что в следующем году мы с вами охватим территории не только в парке. У нас есть достаточно мест в городе, которые мы вместе с вами можем благоустроить. На итоговом мероприятии всем участникам проекта «Мой дом, мой двор» были подарены многолетние декоративные растения. Еще одним подарком собравшимся стал праздничный концерт с участием творческих коллективов города. В этом году из-за ограничений по коронавирусу все участники конкурса главы города «Мой дом, мой двор» вместе не соберутся. Организаторы решили подводить итоги по микрорайонам. Финальные мероприятия начались 6 сентября и продлятся до 9. Елена Степкина, Ильдар Абульханов, телерадиокомпания «Заречный».